Nokia 6233. Замена подложки клавиатуры. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6233». Подложка меняется в том случае, если клавиатура выходит из строя или пропадает подсветка. Замена подложки на данном аппарате не сложна. С левой и правой стороны телефона освобождаем фиксаторы, удерживающие подложку. Далее аккуратно отгибаем подложку в сторону и отсоединяем шлейф. При установке новой подложки клавиатуры сначала подсоединяем шлейф. Затем устанавливаем подложку и защелкиваем фиксаторы. Сначала с левой, потом с правой стороны. Все, подложка клавиатуры заменена.